Телеканал АТВ Михалыч, который вас любит, думаю, что это взаимно. Говорим о погоде на 12 февраля. Всем, кто нас смотрит, только самого лучшего мы это вам желаем искренне. Партнеры программы Центра отдыха Orange House и группа компаний Титан, они вам тоже это желают. Белый старец рекомендует покупать продукты к празднику Белого месяца в Титане. Orange House представляет: путевки, все включено. Проживание, питание, прокат коньков, лыж, ватрушек, квесты для детей и взрослых. Всего от 950 рублей на человека. Звоните 577-600. Белый старец рекомендует покупать продукты к празднику Белого месяца в Титане. По республике ночью в большинстве районов без осадков, со слабым ветром. Погода. Снег пройдет местами по побережью Байкала. Днем влияние малоактивного атмосферного фронта. Местами снег. Ветер ночью восточный слабый. Днем западный 4,9, местами до 16 метров в секунду. Поземка. Температура воздуха. Северные районы. Это Курумкан, Яравна. Ночью минус 29,34. Местами до 39. Это еще зима. Днем минус 21,26. Центральные районы: Мухашибирске, Хоринске, ночью минус 24-30, днем минус 14-19. А в южных районах это Кяхта-Джидан, ночью минус 22-26, потеплее, а днем еще теплее, 12-17 мороза. Наша обожаемая столица ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер ночью восточный слабый, днем западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 24-26, днем 14-16. Атмосферное давление будет падать до 714 миллиметров ртутного столба. Наш национальный банк выпустил банкноту в 2000 динар, а на самом деле она стоит всего 1000, оказалось. Нам остается только верить в лучшее, что свойственно нашему человеку. АТВ Михалыч искренне. Белый старец рекомендует покупать продукты к празднику Белого месяца в Титане.